Всем привет, дорогие друзья, с вами, как обычно, Данте. Добро пожаловать на мой канал. Продолжаю я играть на проекте Arizona Roleplay Saint Rose. И, друзья, как видите, я решил себе поставить вот такой вот скинец Zero. Мне многие говорят, что я на него похож, но я не знаю, похож? Мне кажется, что, ну, совсем может быть чуть-чуть. Короче говоря, ребятки, сегодня у меня появилась очень интересная идея для эксперимента. Вы, я уверен, любите смотреть на всякие реакции людей, что будет, если какие-нибудь такие вот видосики, друзья. Поэтому можно сразу поставить лайк, если вам не трудно, я буду вам очень благодарен. И вообще, ребята, хотелось бы вас поблагодарить за такую вот шикарную просто активность в последнее время. Спасибо просто каждому из вас огромное, кто подписывается, кто ставит лайки и там все дела. Все я делаю специально для вас, чтобы вам было интересно. Улучшаю как-то свой контент, не знаю. В общем-то, друзья, короче говоря, у меня появился новый сосед. Его зовут Арти. И, как видите, у него уже тут здоровый автопарк. У него тут стоит и дюна. И зачем-то он себе купил два одинаковых самолета. Ладно, сейчас дело как бы не в этом. Давайте садимся в один из них, потому что именно вот этот вот, он у нас открытый. Короче говоря, вот там вот у нас есть отверстие. Специальная такая вот дырка в заборе, чтобы нормально можно было взлететь. Вот так вот мы летим, друзья. И сейчас мы берем курс на военную базу Лос-Сантоса. Там мы сейчас попробуем просто взять, как ни в чем не бывало, приземлиться. И посмотрим на реакцию военных. Надеюсь, что они там будут. И из прошлого ролика, где я красил там всякие машины, мы можем понять, что военные немного даже неадекватные на военной базе, потому что они стреляют просто по всем подряд, кто приедет на их базу. Но это, в принципе, я бы не сказал, что правильно, потому что в тот раз я просто стоял у КПП, и меня расстреляли. То есть я вообще ничего, никаких попыток нарушить закон у меня не было. Поэтому не знаю, сейчас, конечно же, у них будет полное право в меня стрелять, но я хочу добиться от них какой-нибудь реакции, чтобы они просто там сказали: «Чё ты делаешь там?» и так далее. Просто посмотреть, что они мне скажут сначала. В общем-то, ребятки, все, я приземляюсь. У них, как видите, прям очень много человек сейчас в сети. Я не знаю, как мне на самом деле приземлиться, пацаны. Но я вроде как это вполне себе хорошо делаю. Вы... Все, сел. Выходим и просто так на альте идем. Посмотрим, что... Не, не надо сразу убивать. Ты что, дядь, пожалуйста, не надо, стой. Ну зачем, бля? Ну ты шо? Алло! Ребят, вот сейчас самое интересное. Я у них оставил свой самолет на военной базе, поэтому сейчас я попробую к ним пробраться на их базу и просто взять, сесть в этот самолет и постараться оттуда улететь. Потому что больше у меня, как вы сами понимаете, самолетов нет. Поэтому единственный, который был открытый, он сейчас находится на военной базе, и я туда еду его забирать. Ребят, в общем-то, зачем-то я надел себе маску, на себя маску, и давайте посмотрим, есть ли там вообще мой самолет. Да, он там стоит, я прям краем глаза заметил его. Сейчас, ребятки, мне нужно просто очень быстро туда пробраться, к этому самолету, и... Побежали, бля, там как раз какой-то военный убежал, и сейчас у меня есть возможность просто его спокойненько взять и забрать. То есть, блин, а как я тут полечу-то нормально? Фак, вот это стрёмно, вот это реально стрёмно как-то, пацаны. Давайте попробуем развернуться сейчас. А, не, все нормально. Меня вообще даже никто ничего не палит. Хотя у них на военной базе народу достаточно много. И... все, я улетел. И давайте, ребята, сейчас мы держим курс на военную базу в Лас-Вентуросе. Ну, точнее, там уже не военная база, там тюрьма. И я, на самом деле, там даже никогда не был. Поэтому мне интересно даже посмотреть там маппинг. Вы, конечно же, его там знаете, потому что уже много обзоров было. Но все равно мне самому интересно. Ну и, конечно же, посмотреть на реакцию. Потому что, по-моему, военные там точно такие же, как здесь. Поэтому и реакция, соответственно, у них должна быть как-то более схожа. Так, ребятки, я сейчас лечу и хочу сделать очень серьезный челлендж. Мы, короче, сейчас будем рулетку крутить прямо в воздухе. И я не могу, на самом деле, управлять самолетом своим, по-моему, да? Да, я не могу, к сожалению, управлять, потому что он уже начинает падать. Давай, рулетка, побыстрее уже. Работай. Пожалуйста. Сейчас экспа выпадет, по-любому, пацаны. A few moments later.
О, я получил 10 подарков. Ну, неплохо, ладно, сейчас мне это как бы не важно, потому что я, в принципе, лечу сейчас на самолете, и отвлекаться мне на всякие подарки не нужно. Я, кстати, уже в Лас-Вентурасе, оказывается. Я думал, я еще в Лос-Сантос не долетел. Так, ребяточки, в общем-то, я уже снижаюсь, и я, как видите, пикирую сейчас на... Ну, вверх ногами, короче. Давайте попробуем как-нибудь на крышу приземлиться и... Все, выпрыгиваем. Я приземлился, короче говоря, я здесь, мой самолет вот тоже вот в таком вот интересном положении. И... Стоп, я что, не туда что ли попал? Короче, сейчас я подхожу к военным. Мы сейчас видим, что они вроде как без всяких пистолетов там и так далее. Здравствуйте. Простите, пожалуйста, то я сюда зашел. Я просто... На своем самолете случайно к вам залетел. Вот этот военный Курт, он как ни в чем не бывало меня спросил, ну, сказал мне добрый день. И, в принципе, я вижу, что они настроены неагрессивно. Настроены неагрессивно. Вот этот вот даже чувак, он убрал свой дигл. Вы не могли бы дать свой самолет на прокат? Не надо. Не делай этого. Ну ладно, до свидания. Устранить какой? Чего, блядь? Это чё, как это... В смысле? Чё значит устранить? Я как бы... Такого быть не должно вроде как. Чтобы устраняли всех подряд просто, кто проберется. Я же просто подошел, сказал добрый день там и так далее. Стоп! Почему так все происходит? Глупо как-то, не знаю. Самолет там валяется, как... Не знаю что. Блин, и сам какой-то чувак высокой должности. Ребята, короче говоря, я решил не сдаваться. И все-таки я взял сейчас вертолет Маверик, потому что на самолете будет это очень трудно сделать. И сейчас я лечу прямо на тюрьму. Кстати, я уже рядом с ней нахожусь практически. Тут я пролетаю над ухом, по-моему, это называется, да, тема, где все дрифтуют. И сейчас мы видим с вами нашу тюрьму, в которой сейчас отдыхают у нас здесь вот заключенные. И мы попробуем сюда как-нибудь забраться, пацаны. Все сюда! Я спасу вас! Садитесь! Никто не хочет садиться. Чё за херь? Вам что, так нравится в тюрьме сидеть? Ребят, вот сейчас просто не спрашивайте. Я сейчас сам упал случайно вот сюда, и я теперь тоже в тюрьме. Да тут только что стоял мой вертолет, где он? Ребятки, в общем-то сегодня, как вы сами могли уже понять, серия получилась немного грустной, вот. Но все равно надеюсь на то, что вам этот видосик понравился. Вы уже оценили его там лайком, подписались на мой канал. В общем-то, ребятки, спасибо всем огромное за просмотр. Если вы еще хотите видеть реакции игроков на какие-либо ситуации, то об этом пишите мне в комментарии. Можете даже свои идеи туда предлагать. Спасибо всем огромное за просмотр. С вами был я, Данте. Всем пока.